Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит прямой канал. Меня зовут Евгений Киселев. Это очередной выпуск моей субботней авторской программы. Те, кто хоть раз ее видел, знают, что в этой программе я беру большое интервью какого-нибудь очередного гостя. Как правило, это люди известные, иногда ньюсмейкеры, что называется, с пылу с жару обсуждаем с ними новости минувшей недели. Иногда говорим о событиях, растянутых во времени, о проблемах, трендах. Иногда это люди не очень известные, но тем не менее чрезвычайно интересные мне лично, которые кажутся очень содержательными, высказывающими парадоксальные мнения по разным вопросам. И я стараюсь сделать так, чтобы и вам эти беседы были чрезвычайно интересны. Но сегодня у меня известный собеседник Алексей Арестович, военный обозреватель, чрезвычайно популярный блогер. У вас 130 тысяч, по-моему, примерно, без малого, подписчиков. 128 с чем-то. Ну, короче говоря, 128 тысяч по украинским меркам – это очень-очень много. Посмотрите, сколько у некоторых там депутатов и министров подписчиков имеется. И мало у кого столько лайков собирают посты, как вот недавний ваш пост про практиков и нытиков. Мне очень понравилось. Может быть, даже с этого и начнем. Вот вы сказали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны, который предлагает опять пойти кораблями военными через Керченский пролив, он выступает как раз как практик. Да? То есть вы одобряете вот эту вот идею нового рейда украинских военных кораблей через пролив, который могут опять заблокировать русские своими ФСБшными пограничными катерами? Я одобряю в данных условиях. Как? А почему? Это, ну, как мне представляют, тут надо поговорить об общей ситуации в целом. Ну, конечно. Как мне представляется, ну, был некий замысел со стороны руководства Российской Федерации, военно-политического, использовать ситуацию с Томосом для развития своих усилий на Азовско-Керченском направлении, скажем так, на Азовско-Черноморском. Например, мы можем предполагать, что это некоторые внутренние беспорядки. Под общим лозунгом «Путин, введи войска 2». С целью решить проблему Крыма, снабжение Крыма водой. Видите ли, мы все же ожидали долгое время сухопутного коридора в Крым, особенно это было актуально тема 14-й, половины 15-го года. Оказывается, не нужен сухопутный коридор в Крым, нужно овладеть акваторией Азовского моря. Если там будет доминирование военных сил Российской Федерации... Вы имеете в виду, мы ждали, что русские начнут со стороны Мариуполя пробивать так называемый... Сухопутный коридор в Крым. Сухопутный коридор. Ибо проблема водоснабжения Крыма, она действительно стоит. И даже самоумеренные придворные российские экологи говорят, что середина 19-го года, в принципе, это катастрофический сценарий для Крыма. Особенно после того, как было принято необдуманное решение добывать внутренние воды Крыма, подземные. И они сейчас приводят к там, образованию солончаков, да, вымыванию. Я не профессионал в экологии, но примерно понимаю, что портится сельскохозяйственная почва. То есть проблемы так или иначе надо решать. И прямой военной агрессии – это очень сложное решение, которое, возможно, потянет за собой тяжкие санкционные последствия для руководства Российской Федерации. Значит, по замыслу надо создавать ситуацию опять восстания народного в Херсоне, на юге Запорожской области, на юге Донецкой области, возможно, и так далее. Где армия, или там сценарий могучего контрнаступления, так называемая армия Новороссии. Ну, в общем, грубо говоря, без задействования прямых сил Российской Федерации, разве что как сил прикрывающих и сил обеспечивающих, нужен был повод. И тут рождается исторический повод получения Томоса Украиной. Ведь на экономических проблемах людей поднимать против режима сложно, воюющей стране и так далее. Но когда наступили на религиозные чувства, на святое, так как утверждает военно-политическое руководство Украины, мы попадали в фазу с принятием Томоса действительно угрозы там, внутренних беспорядков, которые могли бы последовать неоднократное заявление главы СБУ, главы начальника генерального штаба, того же Турчинова, о том, что Российская Федерация может пойти на открытый военный конфликт, где поводом станет религиозная тематика.
Ну и от операций, вот есть же уровень тактический, где воюют в основном ограничено по времени и пространству, а есть уровень стратегический, оперативно-стратегический. Там важны ритмы. Не объекты, а ритмы. К концу 2018 года должны были уволиться примерно 20 тысяч украинских военнослужащих, имеющих боевой опыт из вооруженных сил Украины. То есть мы минус 20 получаем тысяч, получаем ситуацию Томаса и российской, и возникает ситуация на месяц-полтора, когда украинская армия проваливается по боеспособности. Теперь из-за введения военного положения увольнения в вооруженных силах запрещены. То есть остается 20 тысяч военнослужащих, плюс мы призываем примерно 30 тысяч военнослужащих оперативного резерва в первую очередь и проводим массированное участие по всей Украине в войск территориальной обороны. Это очень хорошее изобретение такое наше. То есть мы вместо минус 20 имеем плюс 50. И таким образом мы сбиваем удобный виртуальный коридор для проведения некоторой системы мероприятий против Украины, например, на Азово-Керченском направлении. Это все красиво звучит, но есть большая проблема. Эти слова повисают в воздухе без реальной развединформации. Ссылка, реальную развединформацию никто широкому загалу не даст мне. Я даже сомневаюсь, что в Верховной Раде дадут профильному комитету, если только депутатов там не нулевой допуск. Но ее могут дать иностранным партнерам. То есть косвенное подтверждением того, что я говорю, той гипотезы, а я выдвигаю сейчас гипотезу, является реакция иностранных партнеров. Нас здесь поддерживает НАТО, нас здесь поддерживает Европарламент, нас здесь поддерживают отдельные страны, вплоть даже до Германии, где лидер новой партии, меняющий Меркель на посту ХДС, да, и та заявляет, что внимание Азово-Керченскому региону должно быть максимально уделено. И получается, что мы сбиваем этим походом моряков, сбиваем трех наших кораблей, сбиваем готовность Российской Федерации к возможным действиям и привлекаем внимание международного сообщества широкое, после чего невозможно представить происходящее там второй раз, третий и возможные пограничные инциденты лишь только как пограничные инциденты, на что, видимо, рассчитывал Кремль. А сейчас это всегда будет продолжением уже состоявшейся агрессии. Подожди, а есть корабли-то, которые мы идти? Да, есть еще. Да. Это корабли такого же класса, как и те, которые сейчас были захвачены, то есть те же самые малые артиллерийские катера, так называемые, и так далее. Но есть кому идти. Да даже одного корабля достаточно для того, чтобы создать прецедент и поставить Кремль в вилку. Либо они пропускают, тогда вопрос основания для задержания предыдущих кораблей, 24-х военнослужащих украинских, либо они снова препятствуют тем или иным способом, а это систематическая военная агрессия и, самое главное, систематическое нарушение правил международного морского судоходства, то есть агрессия против общепринятых правил. Сегодня США ввели, или вчера, по-моему, на днях ввели санкции за как раз с формулировкой «систематическое нарушение международных правил» и так далее, и так далее. То есть мы атакуем. Это атака очень малыми силами, очень незначительным по военным меркам, но благодаря выбранному удачному моменту это ход на опережение. Не от обороны, как долго играла Украина, а ход на опережение, который ставит Кремль в очень неприятную военно-политическую ситуацию перед лицом уже мирового сообщества, не только Украины. И если мы пойдем туда, то я думаю, что мы пойдем уже в этот раз в сопровождении средств объективного контроля западных союзников, как то присутствие их авиации разведывательной в воздухе, или вот британский корабль разведывательно зашел с визитом. Ну и говорят, что там чуть ли не наблюдатели ОБСЕ могут подняться, возможно, на борт этих судов. Не исключено, а кроме того, все это происходит на фоне призыва 40 сенаторов американских провести международную военную операцию в защиту свободы судоходства в акватории Черного моря против Российской Федерации. А это совсем не маленькое заявление. Ну вот смотрите, недавно состоялась так называемая расширенная коллегия Министерства обороны Российской Федерации в Москве, где выступал Путин. Он словесно брецал оружием, рассказывал о том, что у России есть такие ракеты, которых ни у кого больше в мире нет, «Кинжал», «Авангард», говорил практически только о глобальном стратегическом ракетном противостоянии с Америкой. Буквально там полфразы сказал про Украину, а журналисты, которые там присутствовали, говорили, что на самом деле в кулуарах военные обсуждали только одну тему – Украина. И это, возможно, свидетельствует о том, что вот
те высокопоставленные офицеры и генералы, которые там собрались, понимают, что от них в реальной жизни ждут. От них ждут каких-то действий против Украины. Говорят, что наращиваются силы группировок, которые создаются в непосредственной близости от украинской границы. Означает ли это, что может быть новая большая война? Означает. Военная опасность растет в Украине со стороны Российской Федерации. Она растет ситуативно, потому что сейчас в Крыму генерал Ткачев. Это специалист по гибридным войнам, командовавший в ЛНР. По организации нетрадиционных способов боевых действий, скажем так, он считается специалистом российской армии. Увеличивается группировка непосредственно ближе к перешейку, перебрасываются самолеты и создается группировка на северной границе и на восточной, где главными ударными направлениями является 150-я дивизия, особого, такая она ударная, она два танковых полка содержит, особой структуры 8-й армии, которая на Донецком направлении. И у нее сутки готовность к выходу на линию соприкосновения, например, на Донбассе. Она в таком подвешенном состоянии, на парах стоит фактически. И Слобожанское направление, так называемое, на Харьков. Они там в основном сконцентрированы танки и авиационная группировка. То есть по построению видно, что вот это два направления, Донецкое и Слобожанское. В принципе, по задумке они могут окружить группировку, которая в АТО, или создать условия для ее окружения, скажем так. И это будет поставить Украину на грань военной катастрофы на восточном направлении, восточном и северном. А если еще соединить с действиями в Крыму, то мало нам не покажется. То есть опасность военная реальная, а судя по темпам формирования ударных, в этом году Россия сформировала 11 новых соединений уровня бригада-дивизия. На 19-й год запланировала еще 10 и еще 11 сформировано. То есть пик вообще боеготовности, судя по аналитике открытых источников Российской Федерации, это 2020 год. Должны быть сформированы 4 армии на наших границах, так или иначе. И они должны достигнуть пика своей боевой готовности в этот момент. Две из них ударные, а это инструмент, который джавелинами не остановишь. Одними джавелинами. Это очень серьезная военная опасность. И она растет. Я считаю, это мое личное мнение, что пик военной опасности как раз сложится к 2020 году. Вот. Но. То есть речь не идет о ближайших неделях или месяцах. Но. В силу ситуативного того, что сейчас происходит, есть вероятность ограниченной военной операции либо на Донбассе, либо на Азово-Керченском направлении, либо соединенной вместе, которая имеет все тенденции, в силу особенностей военно-политического положения, которое у нас и внутреннего, все имеют тенденции быстро перерасти, например, в полномасштабное столкновение с массированным применением авиации, ударных армий и так далее. То есть перехода в открытую войну. То есть эта опасность сейчас сохраняется до второго тура президентских выборов. Я лично думаю, что наиболее удачным временем является время между двумя турами выборов, когда будет парализовано военно-политическое руководство Украины. И наши чиновники будут думать в основном, особенно областные, будут думать в основном о том, кто победит и чьи же приказы выполнять. То есть без времени наступит вот это выборное. Это наибольшее. Но в любой момент, судя по тому, что происходит, эта операция может начаться в любой момент. Чего не понимают большинство вот гражданских, мы с вами заострим, я думаю, что вообще-то готовность к действию российских сил, стоящих по периметру границы, в первую очередь одни сутки, а в второй очереди 3-5 до 7 суток. Это означает, что ситуация может мгновенно измениться. Это не то, что нужно ждать, пока подойдут сибирские эшелоны, когда мы за 2 месяца увидим накопление, да, потому что российские граждане сами будут фотографировать их и выкладывать, как это обычно бывает. Они находятся в готовности. То есть это вопрос суток. Они к боевым действиям могут перейти в течение суток, если нужно. И это прямая военная угроза очень высокой степени вероятности сейчас. А учитывая военно-политическое движение вокруг Украины, вот, как с западной стороны, так и самой российской, так и внутриукраинской, я думаю, что военное положение все-таки совершенно не зря ввели сейчас. Совершенно не зря. Это реальная военная опасность. Такая очень большая. И это не соображение с акцентом на политический, а это чисто военное. Вот по срокам готовности, по концентрации сил, по группировке, по начертанию группировки видно, что опасность военная велика. И какой может быть сценарий? Что бы я сделал на месте Российской Федерации? Я бы, учитывая, что Запад нахмурил брови, но санкции не ввел за азовский инцидент, начал бы с серии пограничных инцидентов. Помните, как война в Грузии начиналась в 2008 году? До 8 августа уже месяц активно стреляли, подрывались на минах и так далее, обстреливали села. Почему это важно? Потому что если внезапно они поднимают самолеты и переходят танковыми дивизиями границы, то это прямая открытая военная агрессия и достанется очень сильно, однозначно будет виновата Россия. Если это серия пограничных инцидентов,
то как бы эта эскалация с двух сторон, мы же тоже живые люди, мы наделаем глупостей, соответственно, там, соответственно, со своих. И можно будет обвинить две стороны. А в Европе очень много желающих обвинить обе стороны и избежать нового наложения санкций на Российскую Федерацию. Та же Венгрия, та же Италия, в силу политической конъюнктуры. И тогда чего они достигают? Один инцидент, например, без стрельбы. Залет российских самолетов в глубину там, 12 километров украинской территории. Будем ли мы сбивать? Нет. Но тогда лозунг «Армия, мова, вира» колеблется в первом своем основании. Президентский лозунг на кампании. Какая же армия, если враг нарушает нашу воздушную границу, а мы не можем ничего с этим сделать? Отказываемся стрелять. Трусы? То есть у нас начинает обваливаться морально-психологическая составляющая, и российская служба информационно-психологической операции получает железный козырь. Один инцидент, второй инцидент, третий инцидент. Опасное маневрирование, заход судов в экономическую зону исключительную, либо морскую, нарушение морских границ, опасные маневры возле границ. Постепенно заход группы какой-нибудь там, специального назначения там, да, и так далее. Под видом ошибки, заблудились и так далее. Серия пограничных инцидентов, довести Украину до применения оружия и потом получить карт-бланш на что? На ответ силами Российской Федерации. Провести ограниченную операцию и по мере того, постоянно перепроверяя нас на готовность реагировать в военном отношении и на ситуацию, которая внутри образовалась, например, начать дать команду своей пятой колонне, раскачивать ситуацию, захватывать область администрации, формировать там и так далее, в зависимости от успеха, согласовывать успехи внешнего фронта с тем, что происходит у нас внутри, например, в раскол парламента, если будет парализована законодательная власть. И не сможет второй раз ввести военное положение, либо его продлить. Вот, и ставить внешнее продвижение в зависимости от внутренних успехов в Украине. То есть, если не удастся раскачать ситуацию внутри, провести операцию с ограниченными целями, если удастся раскачать, то и перейти постепенно к полномасштабным, особенно учитывая мнение Запада, его реакцию. Неизвестно, что они сделают. Бывает, у военных ближайшая задача, последующая задача дня. Как далеко хотят русские зайти? Я думаю, что возможны три сценария. Морская десантная операция под Бердянском, где-то с отсечением, задача отсечения Бердянска и Мариуполя. Одна задача. Вторая – прорыв к перешейка и выход на Каховское водохранилище с целью захвата шлюзов и вообще систем управления подачей воды из Днепра в Крым. И там, например, по левому берегу остановка, да, направо они не перейдут, это форсирование преграды, сложно и так далее. Возможна операция на направлении Харькова, условно говоря, с переходом государственной границы, возможно, и блокированием Харькова. На штурм они вряд ли пойдут, не смогут миллионный город штурмовать, а вот захватить пол Харьковской области, заблокировать Харьков, вполне возможно. Угроза на Черниговском направлении. Ну, естественно, эскалация на линии соприкосновения в зоне операции объединенных сил. Ну, например, где-нибудь между Донецком и Волновахой на этом направлении, на Курахово, и где-нибудь на Светлодарской дуге или там на Бахмутке, да, на Бахмутской трассе, то есть, условно говоря, направление Крымского с переходом Северского Донца и решением частных маленьких задач с глубиной там, 10-15 километров для того, чтобы выйти на рубежи, которые делают линию соприкосновения неустойчивой с нашей стороны и заставят нас отойти на 20-30 километров на этом направлении. То есть существенно сдвинут фронт в тактическом отношении, но там меньше всего надо бояться. Бояться надо на Крымском перешейке, Мариуполь, Бердянск и вот Харьковское, Киевское направление, условно говоря. Хорошо. Что должна делать украинская армия в этой ситуации? Нам нужно руководство вооруженных сил. Именно армия или в целом военно-политическое руководство? В целом военно-политическое Значит, руководство. То, что мы делаем сейчас, мы одна из целей, я применил когда-то, когда описывал вот то, что произошло в первый поход, когда были захвачены три корабля, термин такой «разведка на себя». Он не уставной, но является одним из способов применения боевых действий. Это когда нужно выявить намерения противника, применяется такое разведка на себя. Это когда мы, грубо говоря, вот полицейская аналогия, когда маньяка ловят на живца, женщина полицейская переодевается в жертву, да, и ходит там, дефилирует, а ее в это время охраняют, чтобы маньяк спросил. Это ловля на живца. Мы вскрыли эти намерения, потому что Российская Федерация абсолютно неадекватно себя повела со стрельбой в международной зоне, с перекрытием сухогруза, учитывая 5 своих портов и экономические потери, которые они несут. Мы увидели, что они крайне болезненно воспринимают любые действия наши в Азово-Керченском, Керченской акватории. Это означает, а когда люди болезненно воспринимают? Когда их поймали на поличном, грубо говоря. Значит, если бы они свободно пропустили, как месяц назад, наше там, судно «Донбасс», например, военное, то мы бы понимали, что у них нет сейчас пика готовности, пика нервозности. Раз такая нервозная обстановка, да еще
для чего перекрывали сухогрузом, чтобы было время на сношение с Кремлем, на получение оттуда указаний, то значит ситуация контролируется прямо Кремлем, указания отдаются прямо из Кремля, и эти указания носят малоадекватный характер. Это значит, что мы пальцем ткнули в очень болезненное место. А что является болезненным местом, если речь идет о военно-политическом противостоянии? Очевидно, готовность к каким-то действиям. То есть мы на упреждение сработали. Вот этот второй поход очень может сыграть стратегическую роль для вскрытия планов. И это очень разумный ход с нашей стороны. Вот такими мелкими ходами, применяя точечное, мы же не имеем авианосцев, не можем создать там группировку, реально угрожающую Российской Федерации. Мы очень сильно проигрываем ей по силам и средствам. Но учитывая специфику гибридных войн, общего война, вот, такими точечными маленькими действиями, мы можем скрывать замыслы противника, делать ей их известной всему миру и таким образом работать на упреждение. Потому что эта ситуация, когда домушники уже подошли, грабители подошли к двери, в готовности ее открывать либо выламывать, и в это время их включается свет, и камера их телевизионная снимает в этот момент. Да? Собьет кого угодно, даже если он в 100 раз сильнее хозяев дома. Прямой эфир начинается. Вот это примерно действие с нашей стороны. В военном отношении, у нас, в принципе, украинская армия, сейчас уже вооруженные силы Украины, другие силовые структуры готовности к отражению агрессии. Нам не будет легко, нам будет очень тяжело, но есть шанс, что мы сможем свести ситуацию до нейтральной. Тут же какая ситуация в случае либо полномасштабной войны, либо ограниченной операции. Если мы не проиграем, мы уже победили. Если они гарантированно не побеждают, они уже проиграли. Это всегда столкновение маленького с большим. То есть мы готовы отражать агрессию по всем направлениям. С суши, с моря, с воздуха. Воздуха готовы? Готовы, да. Готовы. То есть достаточно средств ПВО, например, в случае, если российские ВВС попытаются бомбить большие города? Скажем так, объектовое ПВО у нас это не ПВО Советского Союза, конечно. Оно намного слабее. Войсковое ПВО тоже слабее, но... Тем не менее, маленькая Грузия сбила 6 самолетов за 5 дней. ПВО делали украинцы грузинам. Значит, я думаю, что мы собьем 30-60 самолетов в ходе воздушной операции. Это почти миллиард долларов. Это очень болезненно в финансовом отношении. И может остудить самые горячие головы российские в этом смысле, в планировании, в том, что они прекратят удары, либо будут наносить их... ограничено. Тут же момент какой. Вот что такое военная авиация? Военная авиация, как любые технические виды войск, имеет значение, когда они применяются массированно. Бог на стороне больших батальонов. Но для того, чтобы наносить групповые удары, нужно слета в течение 10-12 лет. Непрерывное военное учение. Этой слетанности у россиян нет. Они начали тренироваться в нанесении групповых ударов, а к массированным они вообще не переходят. Массированные — это когда 200 самолетов за раз. 150. Групповой — это до 40 самолетов. Начали после Грузии активно тренироваться, и мы видим по Сирии, по подготовке к Сирии. Помните, был период переводом авиационной группировки в Сирию в октябре 2015 года. Были очень интенсивные российские учения авиационные. 8 или 9 самолетов упало только во время учений. И мы видим и по Сирии, где страна, где практически нет ПВО, где уже потеряно 11 самолетов и больше 20 вертолетов, страна без ПВО. И идеальное для авиации вечно голубое небо и голая пустыня, там прятаться негде. Да? Мы видим что? Что россияне не наносят групповые удары. Или групповые удары большой численности. То есть обычно задействуются... Просто не умеют. Это очень сложно. Не натренированные. Да, это органы управления должны, это же не только самолеты и летчики не должны столкнуться в воздухе, это органы управления должны быть натренированы, обеспечивающие войска, радиотехническая разведка, все остальное там и так далее. Это связано с большими скоростями. Это очень сложный вид боевых действий, очень сложный. То есть для того, чтобы летчики научились, все органы управления, все обеспечивающие части и все боевые летчики должны 3-4-5 лет интенсивно заниматься только этим. Такой подготовки в России нет. То есть то, что они будут наносить, даже если поднимутся 200 самолетов одновременно, 300 самолетов, они разделятся на части и будут наносить по конкретным объектам конкретные удары. А вот такой удар мы в состоянии отразить, потому что звездный налет, когда со всех сторон 60 самолетов прилетело, конечно, захлебнется любое ПВО. А 8-12 до 16, до 20 вполне. А кроме того, у нас же есть истребительная авиация, в отличие от Грузии, например. Да? То есть мы можем еще и в воздухе противопоставить что-то. А сколько самолетов сейчас в истребительной авиации украинской? Я думаю, что до 100 на крыло мы поднимем. До 100? До 100, да. Они тренируются? Конечно, достаточно интенсивно. Учитывая экономические и прочие нюансы, необходимо сберечь ресурс, но тем не менее тренируются достаточно интенсивно. Я думаю, что
наши летчики уступают подготовке российским, и наши ВВС однозначно уступают подготовке российским. Но даже если мы разменяем 2-1 и даже 3-1 самолеты, то это сделает невозможным применение дальнейшей группировки из-за массовых потерь. И гибнут же в первую очередь будут подготовленные летчики, потому что лейтенантов не пошлют на выполнение сложных задач. И тогда получится что? Допустим, мы авиационный полк некий в Курской губернии. Мы обезглавили лучших летчиков, тот же эффект, что в Грузии был. Первыми же вылетели командиры эскадрильи, замкомандиры полков, вот примерно такие. Они же и погибли. И первые были сбиты. И потом грузины мне рассказывали, что у летчиков сбитых алкоголь в крови находили, потому что и по радиопереговорам, по радиоперехвату было слышно, что лейтенанты просто отказываются садиться в кабины, потому что, ну вот, вы представляете состояние летчиков, у которых 3 самолета взлетело, и один только вернулся, и с развороченным крылом или хвостом, там, да, а 2 не вернулись. Это же сыпется морально-психологическая составляющая. Ну да, и в тех двух были отцы-командиры, которые учили тебя летать. Да, а теперь надо взлетать старшему лейтенанту-капитану, да, который, ну, там еще летчик не первого класса и не летчик-снайпер, да, и выполнять задачи там, где только что сбили куда более подготовленных, чем ты. Фактически, что мы будем видеть? Взлетели самолеты, так и полетели, но то, что будет происходить в головах, в кабинах этих людей, ну, опять же, куда будет приземляться сбитый российский летчик? Украинский летчик, сбитый над Запорожьем или над Киевом, приземляется в руки девочек-волонтеров, и он навсегда национальный герой, его везут в госпиталь и присваивают государственную награду. А куда будет приземляться российский летчик? К людям, электростанцию, которых он только что разрушил и зимой оставил их без детей, без воды, без хлеба, без света и без тепла. Но это никому настроение не добавит. Я не настроен шапкозакидательски. Я знаю, что российские военные, российские летчики – люди смелые, люди профессиональные. Но все-таки, какой бы смелый ты профессионально не был, выпрыгивать, катапультироваться и выпрыгивать над городом, который только что бомбил, это никому удовольствия не доставляет. И эта перспектива никому не доставляет удовольствия. Поэтому, учитывая сумму этих факторов, я думаю, что мы сможем решить задачу снижение, не отражение воздушного нападения, воздушно-ракетного, а снижение потенциала до уровня, когда они не позволят, когда задачи, которые перед ним поставят военное руководство и военно-политическое, не будут решены. Вот с такой вот очень обтекаемой, осторожной формулировкой. То есть у нас будут потери, мы пропустим ракетные удары, авиационные удары, не сможем все перекрыть. Нам очень будет невесело, но через какое-то время вооруженной борьбы в воздухе по прикрытию, российское военное руководство окажется перед ситуацией, когда оно не может реализовывать дальнейшие военные задачи. Российское военно-политическое руководство это понимает? Я думаю, что они... Или оно страдает неадекватной оценкой? Потому что иногда смотришь, что говорят их отцы-командиры, я имею в виду всех, включая ВВ Путина, и ощущение, что они действительно живут в каком-то придуманном мире. Или прикидывают? Безусловно. Здесь надо разделить пропаганду, заявления официальных лиц и реальное военное планирование. Все, что мы видим у россиян по Сирии, по Украине, показывает, что планировщики в России очень качественного уровня. Скорее, Россия сыпется на исполнителях, потому что планировщики планируют хорошо, а потом рядовой Ваня опять заряжает миномет не с той стороны, как бы летчик попадает не туда, а Гиркин не тот славян захватывает. Но я условно говорю, да, там, Гиви Моторола. Да. Петров с Башировым надевают буденовки. Да, надевают буденовки, и да. И идут прямо смотреть под камеры наружного наблюдения. Салцберецкий шпиль, да, да, есть такое. То есть всю историю Россия сыпется на исполнителях, а задумывает она очень неплохо. Я думаю, что профессиональные военные очень хорошо себе отдают отчет в перспективах этой операции. Но, с другой стороны, что такое профессиональный военный? Если ему верховный главнокомандующий поставит задачу выполнять операцию, то в армии есть принцип «невыполненных задач не существует». Они все равно будут их выполнять с риском для жизни, понимая бесперспективность и так далее. Но я думаю, что... Ну, в армии иногда, знаете, я в армии служил, и понимаю, что в армии иногда важно не приказ выполнить, а доложить это о выполнении приказа. Это... Вопрос не в том, что ты сделал, а как доложил. Я думаю, что они столкнутся со следующим. Они не представляют реальной реакции широкой украинской массы, народной, да, на это вторжение. Ее, честно говоря, никто не представляет. Мы не знаем. Есть, например, мнение, что в Украине люди поделены на граждан и народ. Народ сбежит массово в Польшу, в панике будет кричать, давайте мириться любой ценой, только не война. А граждане, это те, которые были на Майдане, пошли добровольцами вооруженной силы там во время войны, они похватают ружья и побегут воевать. Даже те, которые не призовутся в армию, все равно возьмут свои охотничьи карабины, будут кружить вокруг российских колонн, стрелять там куда-то, ловить солдатиков возле колодцев и так далее. Поэтому ни мы, ни россияне не знаем, как реально будет развиваться этот конфликт. И они, и мы будем решать сугубо военные задачи. Я думаю, в течение первых 3-5 дней масштабного конфликта станет понятно, что он протекает не так, как ожидали и мы, и они. И начнется что?
резкая необходимость в резкой импровизации. Особенно мы же и не мы, и не они не знаем, как отреагирует Запад. Еще ж такой момент. Ну, обо внешнем факторе мы отдельно поговорим чуть позже. Получается, что начнется импровизация. А вот в чем россияне реально плохи? Это в импровизации. Они сильны, прусская военная система, а советская армия, Красная армия — это прусская военная система. Она очень хороша в твердом планировании и настойчивом достижении своих целей, когда все подготовлено. 10 сталинских ударов, пошли. Импровизировать очень сложно, тем более в такой ситуации, когда война будет иметь полугражданский характер, в том смысле, что это война между двумя частями Великой империи когда-тошней. Когда бываешь в зоне АТО, вот смотришь на то, что происходит, операция Абин. Даже вот поверхностный взгляд человека, который приехал на несколько дней, что показывает? Что воюют практически две одинаковые армии. Вот у них проверка штаба корпуса, у нас проверка штаба оперативного командования. У них там бронетанковая комиссия приехала, у нас бронетанковая комиссия. В один и тот же день, в 9 утра начинается одно и то же. Люди выучены в одних военных училищах, они друг друга знают, они могут перезваниваться. Это самый тяжелый вид войны, когда ты воюешь с людьми, выученными точно так же, как ты. И импровизировать в нем очень сложно, потому что все понимают примерно, что ты можешь сделать, когда и как, причем обе стороны. И вот я думаю, что характер конфликта, будет таковой, начнется, на третий-пятый день начнет так неуловимо меняться, что мы получим войну, которая не попадает ни в одни прогнозы, даже с самых реалистичных прогнозистов, и с их стороны, и с нашей. И вот куда она начнет выводить тогда, не скажу ни я подозреваю, что никто не скажет. Ни с российской стороны, ни с западной, ни с нашей. Mm-hmm. То есть на третий день, резюмируя, на третий-пятый день характер конфликта радикально изменится и повернет в какую-то сторону, которую мы не знаем, не ожидаем. Хорошо, а вот если говорить о внешнем факторе, как вы считаете, как будет реагировать Запад, США, НАТО, Объединенная Европа в случае, если вдруг российские вооруженные силы начинают, ну вот, предположим, как вы рассказываете, наиболее вероятный сценарий. Начинает пограничных первый этап – пограничные конфликты. Я думаю, что по некоторым признакам, я думаю, что это будет однозначно квалифицировано как подготовка фазы к ведению основных боевых действий, да, и подготовительная фаза. И начнется некий план А, который у Запада давно припасен на этот случай. Например, переброска вооружения военной техники средствами военно-транспортной авиации НАТО. Сюда. Да. Если, что меня удивило, как человека, который смотрит со стороны на процессы, хотя бывшего военного, да, но тем не менее, что произошла невероятная вещь, которая не очень была замечена, что впервые авиация НАТО перелетела на Староконстантинов, на нашу базу, и были около 2 месяца назад проведены совместные учения. Как-то это было замолчено, а ведь это оглушительный факт. Американцы, учитывая, что авиация у них основная ударная мощь, очень аккуратно относятся к... Куда они еще раз перелетели? Староконстантинов, база наша, в центральной Украине. Были проведены совместные учения. Помните, разбился еще совместный экипаж, американский летчик с украинским. Вот. И прибыла авиация Национальной гвардии, еще 9 стран НАТО прибыла, были проведены совместные учения. А сколько было всего самолетов и каких? Ну, я не очень помню, но там до 20 было самолетов разного типа, но это были истребители-бомбардировщики. Это все, чтобы не быть велеречивым, указывает на то, что не исключен сценарий, например, создания бесполетной зоны. В случае конфликта. Объяснить, что это такое. Бесполетная зона. Не все понимают. Да, это такая практика, когда авиация старших... Пришел лесник и всех разогнал. Авиация старших товарищей не дает самолетам противника летать и бомбить безнаказанно. Создавая, например, поднимаясь в воздух, перебрасываясь на театр военных действий и обеспечивая воздушное патрулирование с недопущением их в зону применения оружия, например, нашего. Как это практически происходит? Вот они взлетели, и чего они говорят? Прилетит авиация США сюда, и НАТО, Британии, например, там, Польши и так далее. Скажет, товарищи, при пересечении такой-то параллели мы сбиваем силы и средства, которые пытаются ее пересечь. Начинают воздействие там по вашим ракетам, управляемым бомбам, которые вы пытаетесь... То есть это объявляется официально через средства массовой информации? Абсолютно. Пространство вот над этой частью территории Украины объявляется бесполетной. Да, вы не можете сюда влетать, вы не можете сюда стрелять. Где поставят эту бесполетную зону, совершенно непонятно. Но, например, они могут сделать так, что на левобережной Украине ведите боевые действия, правобережной не пересекать ни в коем случае, это бесполетная зона. Могут быть переброшены натовские войска сюда, которые тоже не допустят при форсировании Днепра, например, взятие Киева и так далее. Не участвующие в боевых действиях, а просто ставшие
на линию или рядом линии и сказать, ну так, там бодайтесь с украинцами вот здесь. Но при пересечении вот этой красной линии вы вступаете в боевое соприкосновение с нами. Что, естественно, студит самые горячие головы в Кремле, какая бы риторика ни была, готовность гореть в атомном конфликте и так далее, остудит. А может быть и наоборот, ничего не... Ну, то есть по военным некоторым характеру учений, которые проводятся совместно с НАТО, показывают, что эти сценарии планируются как совершенно реальные. Запустятся ли они военным руководством Запада? Это большущий вопрос. Но, что можно гарантированно, 100% гарантировать, что будет резко усилена военно-техническая помощь нам, и, то есть переброска оружия, вооружения, боеприпасов, да, и будут новый пакет экономических санкций, политических введен против России очень быстро, в том числе с там, вот, пресловутым отключением SWIFT и прочими инструментами, которые резко обвалят экономическую, социально-экономическую ситуацию в России достаточно быстро. И это, пожалуй, главный предохранитель на сегодня против возможной такой операции. Ну хорошо, а вот вы говорили, что по-прежнему украинская армия очень похожа на российскую по-прежнему. Та же школа, вот как вы ее называете, прусская военная школа. Но ведь, смотрите, вроде бы наши военные участвуют там в разных учениях, вот, в том числе и в тех, про которые вы рассказывали. Ничего в этом смысле не меняется? Нет. Скажем так, в опыте, в навыках боевого управления? Нет, меняется очень сильно. И, скажем так, от линейного подразделения, от взвода до бригады у нас уже существует то, что можно назвать национальная военная школа. Угу. Там иначе применяются силы. От взвода до бригады. Да, да. Иначе применяются силы и средства. И по-другому координируются, по-другому... Ну, просто люди, которые пятый год воюют, делают это иначе. Проявляется вот национальная военная школа, связанная с готовностью нарушать централизованные указания в интересах боя. У россиян немножко по-другому. То, что мы видим в зоне конфликта, получается вот что. Что российские войска, даже под ударами украинской артиллерии, будут стоять на месте, если их начальство приказало стоять на месте. Наши сманеврируют, не будут стоять. Они уже наплюют на начальство. Начальство скажет, вы знаете, мы вышли из-под удара, ищите нас в другом месте, если вы хотите нас применять. То есть наши в состоянии наплевать на приказ. Прусская военная школа содержит же и эту часть. Об этом мало кто знает. Прусаки стали символом такой тупой дисциплины. Но во всех военных училищах Германии висит очень интересное изречение. Когда был Фридрих Великий, который придумал это самое, Пруссия из маленького государства отлупила тогдашние три сверхдержавы, Австрию, Францию и Россию. Ну, с Россией были не так просто, но тем не менее. Они же, был случай, когда майора королевской артиллерии конной, которого Фридрих лично поставил командовать батареей там, на фланге правом прусской армии в одном из боев, обстановка изменилась, и ему нужно было бы передислоцировать эту батарею, поставить ее в другом месте в интересах боя, а он отказался этого сделать. Угу. Когда его судили, он сослался на приказ короля, на что ему прокурор ответил, военный обвинитель, сказал, что «Ваше Величество дало вам погоны майора для того, чтобы вы сами определяли, какие его приказы нужно выполнять, а какие не нужно». Из этого родился принцип «Aufstragstaktik» немецкий. Он предполагал, что например, вермахт так учил своих солдат, что отбирались по командным должностям и шли вверх те военнослужащие, которые готовы были нарушать приказы старшего командования в интересах конкретной боевой обстановки. Например, как отбирали на сержантов? Давали там учебное задание. Вот брод через речку, вы командир пулеметного расчета, вы должны поставить вот здесь справа за кустом пулемет и не допустить там перехода реки противникам. Когда пулеметный расчет туда прибывал, на это учебное место, выяснялось, что справа оборонять неудобно. Откуда угодно, только не справа. С центра, слева и так далее. И внимательно смотрели. Согласится ли этот будущий сержант нарушить приказ старшего командования, который очень точно указывал, где должен стоять пулемет, в интересах чего? Защиты этого брода, выполнения боевой задачи. И продвигали только тех, кто нарушал. И так было до маршала. Этот принцип невольно проявился в украинских вооруженных силах, когда в 2014 году, в 2015, во время Дебальцевской операции, взаимосвязь между штабами была нарушена и линейными подразделениями. В силу отсутствия радиостанций, в силу того, что российские силы давили радиоэлектронными средствами это все, в силу того, что опыта не было у частей. И тогда вот уже Дебальцевская оборонительная операция показала, что линейные части, батальоны, не дожидаясь часто указаний штаба сектора и более высокого руководства, оперативно реагировали на обстановку сами, применяясь к местности, к конкретной обстановке. И с тех пор это стало доброй традицией в украинских вооруженных силах. А с тех пор, честно говоря, уже сильно изменилось,
ну, даже обеспечены средствами радиосвязи и другими средствами информации. И штабы бригад, которые бесконечно проходят через зону АТО, находятся там по 6, по 7 месяцев за раз, а потом через 4 месяца, через 5 дырают обратно. И они уже очень хорошо научились, а кроме того, в штабы поднялись офицеры линейных подразделений. То есть, в принципе, в действиях наших подразделений от взвода до бригады, уже до штаба бригады, до управления, я уверен. Тут вопрос, как покажет себя военно-политическое руководство, но, опять же, крайние маневры, которые прошли вот в течение 2 лет, в том числе стратегические операции с переброской войск туда-сюда и так далее, пока сценарий, который отыгрывает, показывает, что наше руководство военное и политическое прекрасно понимает перспективы происходящего и делает, ну, можно сказать, что все возможно для того, чтобы быть адекватно реагировать на все угрозы реальные, которые состоятся. Поэтому я бы оценил выученность сейчас. Грубо говоря, мы украинская армия провела за 17-й год больше учений, чем российская армия. Больше. Батальон, ротного батальона, так-то и бригадного. А вот у меня вопрос. Война продолжается уже дольше, чем Великая Отечественная. Есть такое дело. А за ту часть Второй мировой войны, которую по старинке называют Великой Отечественной, выросла целая плеяда советских военачальников, да, генералов, маршалов, не говоря уже там о командирах полков, да, которые получили бесценный боевой опыт, некоторые из которых там от рядовых до полковников доросли. А вот в украинской армии, вот что-то мы не знаем французского, в смысле украинского маршала Нея, условно говоря. Первый генерал есть в украинских вооруженных силах, сейчас он замкомандующего десантно-штурмовыми войсками, который начал войну комбатом, сейчас он генерал. Uh-huh. Есть командиры взводов, их немало, которые стали комбатами. Но знаете, в этом ускоренном росте есть и свои отрицательные черты. Когда человек из командира взвода стал командиром батальона, а по-прежнему мыслит как командир взвода. Не все так гладко с этим быстрым ростом. Есть офицеры, которые сознательно отказываются от дальнейшего роста, uh-huh. например, имея звезду Героя Украины, uh-huh. имея возможность расти, потому что они понимают, будучи потомственными военными, общаясь с отцом, с дедом, что быстрый рост тоже не очень хорошо. Но вот если повторяться, могу сказать так, что сейчас украинские вооруженные силы от взвода до высшего командования, до генерального штаба, подготовлены на крепкую 4 с минусом. Uh-huh. Это очень высокая оценка, потому что, ну, в целом государственная оценка – это тройка. Угу. То есть 3 с плюсом или 4 с минусом – это уже очень большой комплимент. Но опять, подготовлен Господь Бог, такого никогда не бывает. Ну, понятно. Да, поэтому это в целом мы готовы к любому варианту развития событий. И слабым местом нашим остается техническая оснащенность скорее, потому что, конечно, комплектация войск, в том числе боевыми средствами, далеко от оптимального. А чего больше всего не хватает, если говорить о комплектации украинских частей, соединений, боевой техники и вооружения? Ну, бронетанковой техники не хватает, это очень дорогая игрушка. Угу. Таким образом, у нас мало тяжелых подразделений, которые могут быть там решающим доводом королей в случае там необходимости контрудара, например, маневра силами и так далее. И так далее. Хватает танков, бронетранспортеров, да, боевых машин пехоты? Не хватает, и не хватает степени их исправности. Ну, как не хватает? Ну, вот, понимаете, они же укомплектованы там на 70-80% подразделения. Да? А проблема в том, что механизированная рота, которая на бумаге содержит 11 боевых машин, 10 боевых машин, вернее, а в реальности 7 и 2, 2, 2, как это, и 2 сниз, там, частично исправные, это совсем не та механизированная рота, которая берется во время оперативно-тактических расчетов на нее. Да? Поэтому снижаются что? В задачи, которые они могут решать, объем, глубина, там, масштабы и так далее, и так далее. И в целом, если конфликт продлится хотя бы месяц, то количество поломок, неисправностей, потерь за 2 недели превратит армию в нечто совершенно другое, нежели она начинала этот конфликт. Правда, россияна это касается в том числе. Но вот в чем фишка ударных армий? Ударная армия, как соединение, содержит в себе, объединение даже, оно содержит в себе необходимые логистические мощности, необходимые ремонтно-восстановительные мощности и необходимые возможности для пополнения. Просто как организационная структура, чтобы потом не дергать. Это просто не просто дергать, танки идут, да. А вслед за танками идут ГСМ, горюче-смазочные материалы, ремонтно-восстановительные мощности, резервы и так далее. Она как бы полностью готовое объединение 1050 человек, которое готово 70, которое готово к вот именно такой войне. У нас с этим
нюансы, скажем так. Не проблемы, но нюансы. Поэтому тут еще вопрос, сколько продлится горячая фаза, сам конфликт, полномасштабная операция. Через 2 недели это будет совсем не та украинская армия, которая начинала конфликт. Куда более проблемная, скажем так. Поэтому ну, тут еще вопрос скорости реакции международного сообщества. Он критическое значение приобретает. Мы гарантированно неплохо повоюем недельки две, я думаю. Дальше начнем сыпаться. Не хватит ремонтно-восстановительных мощностей, которые будут оперативно ремонтировать технику, поставлять и так далее. И тут уже резкое изменение характера боевых действий. То есть задача наша какая? За 2 недели будет нанести максимальные потери, чтобы россияне не могли уже двигаться дальше, у них сил не было. Из-за тех же поломок, потерь и так далее. Ну и добиваться быстрой реакции международного сообщества, иначе дальше будет проблемно. С другой стороны. Хорошо, артиллерия, ракета. Здесь менее проблемно. Артиллерия Украины всегда была очень сильной стороной. Я лично по Славянскому слышал перехваты еще в июне 2014 года, что хохлы стреляют лучше, чем мы после Второй Чеченской артиллерии организованы. Ну, самые сильные 3 училища артиллерийских, Полтавское, Сумское, Одесское, в Советском Союзе, а Советский Союз еще с Петра I, да, Российская империя, Советский Союз, сильной стороной была артиллерия, и находились на украинской. Очень много офицеров украинцев, очень много артиллерийских, школа артиллерийская очень хорошая, современные средства автоматизированного управления огнем и так далее. Боевой опыт получен, показывает, что мы выигрываем контрбатарейную борьбу, артиллерия очень успешно решает задачи. Здесь мы менее волнуемся за это. Да. Плюс мы получили, насколько я понимаю, современную технику, которая позволяет идентифицировать цели на большом расстоянии, разного рода радары. Анти-ПКЮ, так называемые радары, контрбатарейные стрельбы, которые засекают очень быстро, когда снаряды еще в воздухе, вражеские, которые взлетели, уже засекают место открытия огня. И мало кто знает, но не каждая страна НАТО, ну, кроме американской армии, только украинская армия, британская еще там, да, имеет вот эти радары в каждой бригаде. В этом смысле к вопросу, заботятся ли о нас союзники. Очень сильно заботятся. Не каждая страна НАТО имеет в своей бригаде. Хорошо, а ракетное оружие? И какое вы имеете в виду? Оперативно-тактические ракеты? Да, есть на вооружении. Есть, да, есть комплексы «Точка», да. Они, несмотря на слухи, которые распускаются, что ракет очень мало, ракет хватает. Угу. Как говорят офицеры-ракетчики, ну, приходится на слово верить, я же не знаю, я реальных данных не имею, но они, ухмыляясь, говорят, что хватит. А есть дальность? Ну, до 100 километров точка стреляет, до 150, скажем так. Ну, так, чтобы уверенно и попадать, потому что дальше увеличится коэффициент рассеяния, там все остальное и так далее. Поэтому я думаю, что успешный опыт применения есть. Более 100 пусков было в 2014 году, в том числе с попаданиями и очень хорошими попаданиями, в том числе по штатным российским войскам, силам, средствам во время августовского вторжения до 2014 года. 18-я бригада имеет печальный опыт в этом отношении, очень большой, из Моздока. И 76-я воздушная десантная дивизия имеет печальный опыт в районе Луганска после попадания точек. Вы перечисляете номера российских частей? Да, это реальные, когда точка реально прилетала туда, куда нужно. И во время разгрузки в Иловайске по эшелону попало, вот во время Дебальцевской операции 2 точки очень успешно, там срочники российские разгружались, вообще было печально. Один поезд был с личным составом, который разгружался, а второй с боеприпасами рядом, и туда попала точка. То есть есть опыт реального применения, и никто не будет стесняться в этот раз тоже меньше. То есть в этом смысле более-менее обеспечит. Для нас проблема – это длительный конфликт. Месяц-два – это большая проблема. Но опять же, тут же какой момент. Смотря как отреагирует Запад. Вот ключевой фактор, который мы вынуждены непрерывно повторять. Дело в том, что есть такая вещь, как game-changing weapon – оружие, меняющее правила игры. Обычно это управляемое ракетное оружие, да, высокоточное. Если его перебросят в достаточных количествах, то, в принципе, это будет для нас спасением. Те же джавелины, например, резко увеличить количество в войсках. Те же средства противовоздушной обороны, например, серьезные, да, которые, ну, хотя бы на уровне ПЗРК, переносных зенитно-ракетных комплексов, которые позволят отогнать вражескую авиацию от сухопутных войск и не дать воздействовать по этому самому. Мы на земле сильны. Я не боюсь абсолютно за наземное столкновение. Я боюсь скорее за, ну, как и везде надо бояться. Армия — это оркестр, играет как она оркестр. Что, например, если, как бы не было сложно применять авиацию по сухопутным войскам, тем более зимой, когда белая БМП стоит запорошенная снегом, укрытая белой маскировочной сетью, летчику очень трудно ее найти, да еще когда по нему стреляют. Тем не менее, комплексное воздействие может создать ситуацию, когда, например, наша мотопехотная бригада, они слабее, там гораздо меньше боевой техники, чем механизированные, на отдельных участках могут подвинуться. А это ай-яй-яй.
Это большая проблема. Вот. Так вот, если американцы, например, насытят противотанковыми средствами, средствами ПВО, быстро нас, союзники по НАТО, то мы резко приобретаем боевую устойчивость, да еще такую, когда продолжение действий военным путем вообще обессмысливается. Но сделают ли они это? Большой вопрос. И за какие сроки они сделают это? Ну, теоретически, как быстро это можно сделать? Я думаю, что в течение 3 суток будут переброшены первая партия, в течение недели, 10 дней, вторая. Это достаточно быстро, потому что 2 недели мы устойчиво продержимся, гарантированно. Угу. А там дальше, если уже успеть насытить... А это... идет речь, вообще теоретически это возможно, скажем, переброска бронетехники, танков, бронетранспортеров, боевых машин? Только если конфликт больше 2 месяцев будет длиться. Ну, а смотрите, даже если откуда ни возьмись, нам с баз сохранения Чехии, Болгарии, Польши снимут старую советскую технику, на новую мы же не успеем обучиться за это время. И перебросят туда, где, на, ну, например, те же танки Т-72, которые наши танкисты знают и готовы применять, те же БТРы, быстро научить личный состав так, чтобы они эффективно ее применяли, эксплуатировали там, в зимних условиях, это абсолютно нереальная задача. Поэтому, вот, к сожалению, в этом моменте могут помочь только вот, очень ограниченные единичные поставки специфического вида вооружений, под которые наши операторы должны быть выучены. Но в вооруженных силах Украины, например, достаточно операторов комплексов «Джавелин», которые уже выучены. Их мы сможем применять. Ну, ПЗРК можно достаточно быстро научить человека за 3 суток достаточно уверенно применять, грубо говоря, операторов наших ПЗРК взять и переучить на те же самые «Стингеры». Чтобы, да? Чтобы понимали, вот ПЗРК да. это... переносный зенитно-ракетный комплекс. То есть, это, грубо говоря, да. это вот пусковая установка, которая с плеча... ловит самолет на дистанции до 4 километров уверенно. Там. Или вертолет. Или вертолет, да. И взять выученных, например, на стрелу или на иглу операторов, уже реально еще в войсках, выдернуть их на полигоны прифронтовые, обучить, переучить на «Стингер» и вернуть войска уже со «Стингерами» теми же, не составит великого труда, это можно сделать за 3, 5, 7 суток. А вот на бронетехнику переучить так быстро не получится. Опять же, это же бронетехника, это же эксплуатация прежде всего. То есть нужно... переучивать технические службы. Там, ну, понятно. Это очень сложно решаемая задача. Это если конфликт затянется, будет большим, тогда возможно. Понятно, а понятно. Так, скорее всего, это будут вот такие точечные средства, которые... Хорошо. А вот, условно говоря, действия разного рода разведывательно-десантных групп противника, заброска десанта в тыл. Я не знаю, там есть люди, которые боятся, что в один прекрасный день тут вот на Печерских холмах, на которые мы с вами смотрим, у меня за спиной, там возьмут да и высадят русские десант вот, до зубов вооруженных. Ну, возможно такие сценарии? Не, русский десант не зайдет сюда. Здесь возможен другой сценарий, что... Почему не зайдет? Но он не пролетит просто. Ни вертолеты, ни самолеты не долетят сюда, их собьют. Uh-huh. Их обнаружат раньше времени и собьют. Эта интрига, возможно, была бы, возможно, в очень короткий период, 2014 года. 2 недели в марте 2014 года, может быть, в начале апреля, это бы еще вокруг Киева 5 аэродромов, как-то там можно было ночью высадить там десант. Но даже тогда бы уже потянулась Нацгвардия, потянулись бы какие-нибудь вооруженные силы, а также майдановцы, которые еще не забыли, как это делается, и уже как-то бы отражались. Сейчас это абсолютно нерешаемая задача. Другое дело, что могут осуществлять славянский сценарий, условно говоря, с захватом в проблемных регионах, которых хватает в Украине, и в них введено военное положение, вот этих приграничных с Россией, могут поднимать местное подполье, наполовину состоящее из криминалитета, наполовину, например, из специалистов российских сил специальных операций, которые будут действовать под видом местных и выдавать себя словом «поребрик». Угу. Вот. То же самое, как это происходило в гибридном сценарии. Но такие группы всегда легкие. Ты же серьезное вооружение не возьмешь. Молниеносная быстрота и очень хорошая координация нужна. Но все-таки это не 2014 год. Сейчас и Служба безопасности Украины, и МВД будут защищать свои там территории под одной простой причине, потому что все они в России уже военные преступники, садиться на скамью подсудимых при победе нового режима, там им совершенно не улыбается. Кроме того, мощнейшим фактором является территориальная оборона, которую, слава богу, успели создать. Mm-hmm. При военкоматах есть роты, батальоны и даже целые бригады территориальной обороны, а там немножко мотивация другая. Есть
категория граждан, которая говорит, я из Львова под Донецк воевать не поеду. Но свой-то родной Улус, как это, домен я буду защищать однозначно. Вот они записываются. Вот сейчас проводится учение масштабное с 19 числа территориальной обороны в рамках всей Украины. И явка превышает все разумные пределы. Это не пропагандистский штамп. То есть очень много людей явилось, а это же оперативный резерв, даже не первой, не второй очереди. Это вот люди, которые там, инвалидные команды, то, что назывались раньше часто, не в обиду, ну или люди с ограниченным допуском там, и так далее. Они очень охотно приходят. Никто не ожидал, вот говоришь со специалистами военкоматов, теробороны, они говорят, мы не ожидали такой явки. Явка превышает все разумные пределы. Людей приходится назад отправлять, потому что вот рота, условно говоря, территориальной обороны по штату, условно 100 человек, а приходит 130. Это не везде так, но в очень многих областях и так далее. А это мощнейший стабилизационный фактор теробороны. Это люди воюют за собственные дома в буквальном смысле этого слова. И если начнутся там попытки захвата обладминистрации, там, оружейных комнат, МВД, но то, что далее, мы наблюдали, то, что мы наблюдали в 2014 году, то это будет пресечено. А вот действия непосредственно штатных групп сил специального назначения Российской Федерации, которые направлены на сугубо решение военных целей, атаки военных складов, там, например, подрывы железных дорог и так далее, там и прочее. И это уже военщина, мы хорошо знаем, что с ней делать. И крайнее задержание в Харькове, в Харьковской области, при бывшего избушника, который хотел взорвать железную дорогу, вот буквально три дня назад вопрос, показывает, что ситуация мониторится, и мы знаем, что это делать. Будет непросто осуществить эту комплексную операцию против нас сейчас с выводу, например, критических объектов инфраструктуры тыла из строя в военном отношении. Хотя, безусловно, это она будет проведена, и какие-то частные успехи, которые нам сильно затруднят наши действия, надо ожидать почти на 100%. Не бывает так, что мы такие гиганты, что мы отразили все вражеские замыслы. Так не бывает. Есть в чем-то успех, в чем-то будут поражены. Но я не думаю, что она будет носить характер, который радикально изменит ситуацию. Все-таки такого уровня специалистов в России нет. И возможности провести стратегическую операцию в особый период, как это мог Советский Союз, или, по крайней мере, планировал. Заброска из спецназа на 1000 километров, там, в глубинную территорию с охотой на ядерные средства нападения, на пункты управления, на аэродромы, на высший командный состав НАТО. Такого Россия не может себе позволить. Масштабы не те. Это не Советский Союз, конечно. Как-то так. В прифронтовой зоне, да, возможно, полевые склады. Я вас понял. А как вы наблюдали вот за самыми большими со времен Холодной войны вот учениями, которые были в Норвегии и вокруг нее? Я имею в виду уже натовские учения. Да, я три украинских офицера штабных там присутствовали. Это освещалось в открытой печати очень много. Наблюдал. Угу. И что скажете? Ну, говорит ли вот сам даже факт этот учения о том, что в натовских штабах всерьез готовятся к такого рода сценариям, что придется какую-нибудь страну освобождать, в том числе, возможно, и Украину? Однозначно. И никто не скрывает, кто противник условный. Давно. Я вам скажу, что по моим ощущениям перелом произошел в ноябре 2016 года. По сумме моих ощущений. До этого Запад очень сильно колебался и не имел единой стратегии в отношении Кремля. А что стало точкой перелома? Я думаю, что поведение Путина в Сирии и вокруг Сирии, даже не в Украине. Видите, Западу было очень трудно признать поражение всей своей политики в отношении России, начиная с 91 года. Вот эти демократические надежды, которые были до 98 года, при всем ужасе Первой Чеченской войны, там, да, при всех вот этих вот подделке ельцинских выборов тогдашних происшедших, все-таки Россию приняли в G8, G20, в цивилизованный клуб держав, и была надежда на интеграцию ее в западные международные структуры, и нормальная страна, которая нормально себя ведет, и если конкурирует, и даже воюет, то по цивилизованным правилам. Потом вот эта серия путинских шагов, начиная со Второй Чеченской и выходом в 2007-м, Мюнхенской речью, выходом Тузлой, холодоморной войной, вот этой вот, как называли россияне, с отключением газа Европы, плюс выход, вот эскалация, выход России из договора односторонний по обычному вооружению, ограничению обычного вооружения 2007 года, Грузия и так далее, вот этот кризис, который был в Украине, у нас связан со всем этим, и потом непосредственно 14, 15, 16 год показал, что надежды на то, что России удастся играть, заставить играть по цивилизованным правилам, сирийские, с химическим оружием, со всем этим остальным, пока, ну, убедились даже самые пророссийские настроенные западные вот, товарищи, убедились, что это невозможно. И, видимо, было принято, условно говоря, коллективным Западом, коллективное решение, если не навсегда изгнать Россию, то очень существенно ограничить именно путинский режим в возможности быть представленным в ключевых международных структурах Запада. И принято было решение, что Украину не отдаем и начинаем ей существенным образом помогать, прежде всего, в военно-политическом отношении. Были трастовые фонды натовские созданы и так далее, куда деньги заходят.
на поддержку, на развитие разных программ. И даже такие неоднозначные товарищи, как Италия, Франция, Германия, которые играют свою игру между континентальную, старая Европа с Россией, возможно, с ограничением влияния США, и те устойчиво заняли позицию поддержки Украины и недопущения дальнейшего российского влияния. И вот эти вот маневры в Норвегии, они показали, что... Еще белорусский кризис показал, вот что я хочу сказать. Еще белорусский помните, кризис, да, вот Запад-17 учение, я к чему? Вот мы обсуждаем вопросы, где невозможно не сделать там двухминутную подготовку, чтобы показать общую картину. Так вот, белорусский кризис уже от тактического до стратегического уровня, его реакция на него показала, что со времен Крымского кризиса, это 3 года, Запад чему-то научился. Была очень быстрая оперативная реакция, и гласная, и негласная, которая показала россиянам, что белорусский сценарий, крымский сценарий Беларуси не придет. Или вообще какой-либо сценарий, связанный с проблематизацией независимости Беларуси как независимого государства. Было проведено ряд учений в Польше, в краинах, странах Балтии, в Украине. Согласованные действия от Украины до Финляндии, которые показали, что на любой военный или околовоенный сценарий в Беларуси будет немедленно дан военный, военно-политический ответ Западом, что готовы. Аналогичные учения были проведены, переброшены войска и так далее, и так далее. Так вот, норвежский кризис — это уже по опыту норвежские учения уже по опыту реакции белорусского кризиса. И видно, что и с тех пор Запад тоже подучился. Под эти учения была крупнейшая переброска боеприпасов со времен окончания Холодной войны на базу «Рамштайн», на немецкие склады. Была переброшена авиационная группировка в Польшу и в Прибалтику. Была переброшена группировка артиллерийская, танковая, механизированная бригада, армейской авиации. То есть там насыщены вообще программа переброски американских войск в Европу. Программы, принятые на уровне Евросоюза по улучшению инфраструктуры военной, для того, чтобы быстро перебросать войска и так далее, показывают, что Запад абсолютно серьезно воспринимает эту угрозу. И это уже не риторика на уровне вот учений, когда сталкиваешься с американскими военными, там, посещая благодаря там, приглашению военных, вот я посещаю учения, там можно переговорить с американскими военными, они говорят, что ясно, что мы будем вас поддерживать, чтобы не гибли американские солдаты в Польше и Прибалтике, пока воюют украинские. Это не на уровень там, заявлений капитана американского, бывшему украинскому капитану, да, а это на уровне масштабнейших мероприятий, очень дорогостоящих, которые проводятся в Европе для того, чтобы остановить российскую агрессию, не дать ей развиваться. Дальше сдерживание. А характер группировки, которая формируется, чисто военная, показывает, что Запад готов и к любому сценарию эскалации, в том числе с переходом в наступление, а не только оборонным действием в Европе против Российской Федерации, что недвусмысленно дают понять Кремлю, что любая агрессия на Белоруссию, на страны Балтии, либо расширение агрессии против Украины столкнется с сопротивлением западным, прямым военным сопротивлением Запада. Короче говоря, не все так плохо, как порой кажется нытиком. Нет, далеко не все так плохо. Это очень сложная военно-стратегическая, военно-политическая игра, имеющая далекие цели, которые даже, пожалуй, трудно анализировать так полноценно, но показывающая, что мы точно не брошены уже здесь. Что тезис, который точно не пройдет, что Запад устал от Украины, Запад отказался от Украины. Все, что показывает, что поддержка будет и военная, и политическая, и она прямо сейчас осуществляется в отношении Украины, что дает нам надежду на возможное остановление полномасштабного конфликта просто на уровне оценки российским руководством без перспективности такого конфликта. Ну что ж, спасибо, Алексей. Я напомню, сегодня гостем моей программы был Алексей Арестович, обозреватель по военным, военно-политическим вопросам. И я думаю, что наша беседа с ним вам была сегодня очень интересна. Конечно, тема не самая радостная, не самая приятная, но, во всяком случае, мы закончили этот разговор на оптимистической ноте. Я думаю, будем спать спокойно. Всего вам доброго.